Слушай, вот я посмотрела вебинар, вот скажи мне честно, вот все, что они там говорят, это правда? Ты знаешь, да, это правда, но имей в виду, что нужно будет пахать. Как создать онлайн-школу? Первое. Необходимо купить пакет обучения в акселераторе. В некоторых онлайн-школах, возможно, как раз этого не хватает, сообщества такой поддержки, да, и многие где-то там середины могут уже сливаться и не завершать. Вы выбираете то, что вам нравится, то, что вы умеете делать, то, что нравится людям, и в том, в чем вы действительно специалист. Можно сегодня поплакать, а завтра просто утереть сопли, да, и пойти дальше. Я на своем потоке нашел человека, который делает уже какие-то деньги и просто завалил кучу вопросов. Ну, просто мозг взорвался в какой-то момент, да. Есть точка А, точка Б. И необходимо посмотреть, как ваш человек дойдет к определенному результату. Не получиться не может. Ну, то есть не может в онлайне не получиться. Если сейчас там у меня какой-то не такой, может быть, запуск или еще что-то, я там докручу, подкручу, да, и у меня второе получится. Есть много воронок, которые позволяют сделать определенный оборот. Это 1, 2, 3, 5, 10. Но акселератор дает проверенную автоворонку, которая работает. Но я купила саму идею про то, что онлайн-школа точно это то, что мне нужно. Я советую именно выбирать нишу от души.